Всем привет, с вами Сергей Чураков. В этом видео я вам хочу показать, как разместить на сайте, на вашем, вот такие вот классненькие кнопочки. Когда вы наводите, они там изменяют цвет, и вы можете поделиться в социальных сетях этим сайтом. Так вот, как же их разместить? Я нашел такой вот сайт Social Likes. Здесь можно кликнуть по-русски, и у вас появятся вот такие кнопочки. Значит, есть три варианта. То есть классический вид, вот такие кнопочки будут, плоский вид, вот такие, и Birman B. Вот я использовал как раз Birman B. Вы можете использовать горизонтальный, вертикальный вариант, одной кнопочкой. Я использовал горизонтальный. Дальше. Поставьте галочку счетчики, чтобы было видно, сколько раз кликнули, и какие сайты будут, в которых можно поделиться. То есть, если вам что-то не надо, можете удалить галочку, снять, или если не надо, то поставьте. Значит, для Pinterest тут надо URL картинки. Видите, обязательно. Я пока без Pinterest буду. Дальше, адрес страницы. Что это такое? То есть, берете вот этот адрес. В данном случае вот у меня этот адрес. Скопировали, потому что на этой странице будет, и вставили сюда. Дальше, название. Ну, смотрим теперь название. TV на сайте, то есть название здесь понятно. Вот, берете название, копируете и вставляете сюда. Далее, что мы делаем? Написано большая кнопочка «Скачать кнопки». Кликаем сюда и скачиваем. «Показать папки». Открываем. У нас три файла. Значит, давайте разберемся, что же это за три файла. Так, это нам не нужно. Так, вот у меня пустая папка подготовлена. Сейчас я распакую эти файлы в отдельную папочку. Значит, смотрите, индекс. Давайте кликнем. Значит, если мы кликаем, то мы получаем вид вот этих кнопочек. И вот это название likes и документация. То есть это со ссылочками. Если вам вот это не надо, тогда нам нужно подредактировать данный файл. Как я это сделаю? Берете правой клавишей и Edit with Notepad. То есть поставьте вот такую программу Notepad++. Довольно-таки удобно. Значит, что получается? Вот открылся этот файл. Значит, здесь нужно, конечно, подредактировать. Чтобы не мешали те кнопочки на Social Like и на документацию, вы просто вот этот код выделяете и удаляете. Он вам не нужен. Значит, здесь интересно, что вам нужно будет. Это изменить линк на вот этот файл CSS. Значит, где он? Вот он. Like Birman. То есть вот этот файл вам нужно загрузить на ваш хостинг. И вот этот скрипт, который надо будет загрузить на хостинг. И здесь поставить URL. То есть, где он находится. Значит, давайте начнем с загрузки этих файлов. Переходим. Ну, давайте вернусь сначала. Вход в панель. Значит, здесь раздел файлы, диспетчер файлов. Открываете. В диспетчере файлов у меня находится данный сайт в поддомене. То есть поддомен, он обозначается в виде отдельной папочки. Поэтому public HTML папка и косая черта TV. Значит, я сейчас нахожусь просто в public HTML, ищу раздел, ну, папку с TV. Вот эта папка. Здесь находится как раз весь сайт. Вот данный сайт, он просто находится вот здесь весь. И ищу файл, вот, допустим, JavaScript. То есть у нас есть файл JavaScript, поэтому сюда. Значит, кликаем. Значит, вот этот файл. Я уже просто загрузил. sociallike.min. То есть вот он. Как я загрузил? Очень просто. Берете, нажимаете кнопку «Загрузить», выбираете файл, обзор, и выбираете ту папку. Так, вот он, файл. Birman. Его
Вы выбираете и нажимаете «Открыть». Все, и он у вас загрузится. Таким образом вы его сюда загрузили. Теперь, как узнать его URL? Правой клавишей щелкаете и выбираете, допустим, ну, допустим, вот Mobi, да? И здесь вам сказано Public HTML, TV, косая черта, JavaScript, Social. И вот так до TV выделяете, копируете, идете на свой сайт, делаете тут косую черту и вставляете. Значит, вот так. То есть, когда мы перейдем по этому линку, мы как раз перейдем на данный скрипт. Давайте проверим, правильно ли мы его открыли. Как это сделать? Берете правой клавишей на тот же самый скрипт и Edit Notepad. То есть, видите, то же самое и здесь то же самое. То есть, содержимое одно и то же. Поэтому вот этот линк будет правильным. Кликаете, выделяете, копируете и идем. Значит, нам надо указать URL. То есть, вот ищем social-like-min-javascript, выделяете вот это название, то есть между кавычек, вот так, и вставляете вот этот URL, то есть где находится ваш JavaScript. Дальше. Нам надо еще изменить вот этот URL. Значит, social-like Birman CSS. Что это такое? Это значит вот этот другой файл. Его надо загрузить. Значит, идем опять сюда. Переходим на папку выше, то есть в корневую папку самого сайта TV. У вас будет, естественно, свой сайт. Теперь далее. Я прямо в корень этой папки загрузил. То есть вот он, social-like Birman CSS. Окончание. Значит, как загрузить? Точно так же. Нажимаете папку «Загрузить». Выбираете обзор, выбираете этот файл, вот он, и нажимаете «Открыть». И он у вас автоматически загружается. Теперь надо узнать его URL. Кликаете, то есть выделяете правой клавишей, допустим, вот Mobi, и до названия вашей папочки, названия вашего поддомена, либо основной домен, выделяете вот так, опа, копируете. И здесь удаляете лишнее, то есть у вас должно быть так, то есть ваш поддомен, либо просто ваш домен, и по окончании вот этот CSS. Кликаете, то есть файл уже загрузился, то есть он вот так выглядит. Давайте проверим, открою этот же файл, social-like Birman, правой клавишей, Edit Notepad. То есть, видите, то же самое. То же самое, тут просто цветастое. А здесь без подсветки. Поэтому этот линк будет правильнее. Теперь выделяете этот линк, копируете. И идем в наш файл HTML. Далее. Значит, вот здесь между кавычками, вот это выделяете название, удаляете и вставляете. Вставляете ваш линк, где находится ваш файл .css. То есть все. Фактически мы этот файл подготовили. Теперь надо вот этот код разместить в нужном месте. Значит, как это сделать? Выделяете этот код вот так. Вот это на доктип как хотите, можете выделить, можете нет. Значит, выделили, то есть полностью все захватили, скопировали, переходим в наш редактор. Наш редактор, вот мой сайт, моя страничка, одна страничка, так смотрим TV на сайте. И нажимаете «Редактировать». Значит, сайт этот сделан на RV Site Builder. Нажимаете вот этот карандашик. Напомню, что сайт делается в три шага. Раз, два, три. То есть там ничего сложного. Загружается страничка с редактором. Сейчас, минутку.
Так, пролистываем до нужного нам места. То есть вот здесь расскажите друзьям о классной передаче, и за этим названием будет у меня как раз данные кнопочки. То есть вот они. Расскажите друзьям о классной передаче. Вот эти кнопочки. Так, а вот эти кнопочки я, пожалуй, сейчас удалю. То есть чтобы у меня были только вот эти кнопочки. Значит, как это сделать? Переходим. То есть ставим здесь мышкой, кликаем, нажимаем режим источник, то есть в виде кода. Так как здесь слишком все сжато, лучше раскрыть на полный экран. Нажимаете на вот этот квадратик. И у вас становится на весь экран. Здесь, чтобы было на одной страничке, нажимаете вот эту кнопочку. И у вас все на одной страничке. Так, теперь ищите этот код. Где он находится? Значит, вот написано, смотрим любимый канал, приглашаем друзей. Так. Вот, расскажи друзьям о классной передаче. Расскажи так. И вот как раз Allegan Center, то есть между Diff Allegan Center, то есть Diff Allegan Center, это означает, что у вас будет вот эти кнопочки расположены именно посередине. И между вот этим тегом div и следующим тегом, то есть вот это как раз идет скрипт. Скрипт. Вот он до сюда. То есть я могу, допустим, еще разок вам показать. Удаляю. То есть получается. Так, это не то. Расскажи друзьям о классной передаче. Вот он, код, то есть Allegan Center и div. То есть между вот этими дивами как раз надо будет расположить код, который только что подготовили. Еще раз вот так копировать и здесь вставить. Ctrl плюс V вставить. И как раз вот этот HTML-код. Все, его вставил. И теперь я еще удалю вот эти кнопочки, вот эти плюсы. Они мне больше не нужны. Они очень удобные, я посчитаю. Значит, они у меня расположены чуть-чуть пониже. Вот он код. Код. Уделяем. То есть вот это. Вот это все даже вместе с дивом. И удаляю. Оставляю только счетчик. То есть вот он, код счетчика. Две строчки, ну пускай будут. Или даже одну строчку ставлю. Так, это все сделали. И после того, как мы это все сделали, нажимаете кнопочку «Сохранить». Так, это все я сделал. Теперь надо опубликовать сайт. Нажимаете кнопочку «Публиковать», выбираете свой домен, либо нужный поддомен, и нажимаете кнопочку «Публиковать». Сейчас идет сборка сайта. Сборка сайта закончилась. Давайте посмотрим результат. Что у нас получилось? Значит, вот они как раз кнопочки. То есть Facebook, Twitter, Мой мир, Одноклассники и Google. И как раз код, который следом. И кнопочки плюс уже удаленные. Они не нужны. Вот как раз, что и требовалось доказать. Теперь, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!